Вот перед нами расклад «Судьба» на 2021 год для знака Овен. И получается так. В этом раскладе вот две части. Правая сторона вот эта помогающая, левая сторона мешающая. Верхний ряд называется ряд судьбы. И здесь вот на помогающей вот линии в ряду судьбы лежит восьмой большой аркан. Сила, усилие, да? На мешающей стороне первый большой аркан – это Созидатель, Творец. Что это означает? В 2021 году Овнам нельзя затевать новое. Вот в старом можно развивать то, что уже есть. Но то, что вот нет еще, нельзя затевать новое. И результирующим двух вот этих главных основных сил является вот эта карта, третья. И здесь шестой большой аркан, любовь. И это главная определяющая сила для овнов в 2021 году. Вот это самая важная карта для овнов в 2021 году. Именно для этой карты и делается вот этот расклад. Здесь шестерка мечей. Значение ее – результат, который сбылся вплоть до мелочей. Что же означает, чего нельзя делать в этом году овнам? Получается, это результат, который сбылся вплоть до мелочей, тютелька в тютельку. Это как раз характеризует овнов. Они у нас такие, немного тираничные, в том плане, что хотят, чтобы все было идеально. Вот такое поведение категорически не приветствуется высшими силами, и за это идет наказание. Так вести себя овнам в этом году нельзя. Вот этот средний ряд, это личностный ряд, здесь видно все. На мешающей стороне здесь 21 большой аркан, что означает мир, такое гармоничное, спокойное состояние, как у Христа за пазухой. Вот так себя вести нельзя. Почему? Потому что это будет тормозить все дела на личном плане, на личном уровне, да? Помогать будет 19-й большой аркан, это счастье. Ну, нужно культивировать в себе состояние счастья, и тогда вот это везение, вот флаг и белая лошадь, это то, что везет вперед, да, то есть некое состояние удачи. Если находиться в состоянии счастья, культивировать в себе состояние счастья, то будет вести, да. Почему? Потому что это на помогающей стороне лежит эта карта. И вот здесь колесо фортуны, где видно все. Вот эта карта показывает состояние здоровья. И если больше пятерок, то со здоровьем было бы все в порядке. Здесь меньше пятерок, здесь тройка мечей. Значит, нужно обратить серьезное внимание на здоровье, заниматься профилактикой здоровья и вот всякие вот процедуры принимать, чтобы здоровье сохранить. В плане денег овнам, можно сказать, в следующем 2021 году очень повезло. Первые полгода, это до июня, с января по июнь, будут деньги. Ну, здесь четверка пентаклей означает куш денег, малый куш денег. В конце периода, это с июля по декабрь, семерка пентаклей. Значение этой карты – большой куш. И поэтому получается, в плане финансов у овнов очень хорошо. Но это зависит от того, как овны справятся с удачей. Да, вот эта карта вот перекликается со всеми этими делами. Почему? Потому что вот масть жезлов, здесь девятка жезлов. Это вот
опора на то, что вот человек хорошо знает, да, опыт. И эта карта как раз перекликается вот с этой картой. Первый большой аркан. Нельзя затевать что-то новое. Все усилия надо направлять в знакомое русло. И тогда будет сопутствовать удача, которая принесет вот эти сначала небольшие, но стабильные деньги, а в конце периода большой куш. В плане чувств здесь восьмерка чаш. Нужно обратить внимание на прошлый негативный опыт и не наступать на одни и те же грабли, да? Что было раньше негативного, вот лучше не лезть в такие отношения. Вот об чем говорит вот эта восьмерка чаш. Нижний ряд, вот эти две карты, это статус. Социальный статус человека, да? На мешающей стороне пятый большой аркан. Пятый большой аркан это иерофант, он называется, духовная власть. Это стремление поучать жизни, да, вот-вот. Ну, есть всякие псевдосвятоши, которые пытаются вот указывать людям, вот так хорошо жить, вот так правильно, вот Бог сказал то, все, пятое, десятое. Вот так вести себя нельзя. Это принесет большой вред авторитету. Почему? Потому что она лежит, эта карта лежит с левой стороны. На правой стороне замечательная карта, третий большой аркан. Он называется императрица, но на самом-то деле это великая инь, умение получить то, что нужно без усилий. И в плане статуса, если вы вот получаете, продолжаете усилия в той знакомой сфере и культивируете состояние счастья, то вы многие вещи получите без усилий. Вот об чем говорит вот этот третий большой аркан. Дальше. У нас вот тут выпадали дополнительная информация. Ну вот две дамы, да? Вот две дамы. Дама жезлов и дама мечей. И эти карты перекликаются вот с этой. Почему? Потому что это о хвосте инь. То есть удачливость и энергии хватит на то, чтобы вот эти карты. Вот везение в плане финансов, вот оно приходит, потому что вот ну так вот. Но есть негативный аспект. Двойка пентаклей. То есть человек, овен в данном случае, может совершить какие-то необдуманные траты. То есть с деньгами надо быть осторожным. И тогда у вас будет все в шоколаде в плане денег. Вот о чем говорит вот эта дополнительная информация. 15-й большой аркан – это связи. Нужно использовать связи. Не затевать ничего нового. Вот какая самая главная рекомендация. Новый бизнес открывать нельзя. Ну, в плане чувств, да, возможно, ну, не просто возможно, а вот на горизонте появится некий объект вот, противоположного пола, с которым возможны романтические отношения. Вот об чем говорит вот эта дополнительная информация. Ну, вот такой вот прогноз по судьбе для людей знака Овен в 2021 году. На этом вот этот расклад толкования я дал. До свидания.